Всем привет, друзья! Сегодняшнюю свою серию, третью серию, я бы хотела посвятить красоте, женской красоте. А, к сожалению, у современной женщины очень мало времени на то, чтобы заняться собой. Я знаю, что у многих женщин нет времени сходить в спортзал, у них, ну, там двое детей, работа. Так вот, виртуального тренера никто не отменял. Он действительно очень помогает, я вам покажу, с каким именно тренером я общаюсь. Вот. Симпатичный мужчина, пресс за 8 минут. И у него там есть всякие разные занятия. И на попу, и на ноги. Так вот, я сама прибегаю к услугам виртуального тренера. На прошлой неделе, это было 5 раз в неделю, так как на прошлой неделе у нас была неделя моды. И мы усердно к ней готовились, и у нас был первый показ. Кстати, у меня есть часы, где-то есть, которые считают калории. Кстати, гаджет тоже, без которого мы жить не можем. Это очень правильная штука. Я по ним бегаю, хожу, считаю свои калории. Очень часто с подругами мы делимся той информацией, кто за кем следит в Инстаграме, на Ютубе, и какие блоги кто читает. Конечно, все мы понимаем, что большинство из этих людей куплены, у них заказные статьи, им платят деньги огромной компании, но есть честные блогеры, честные ютуберы, которые делятся своими советами совершенно бесплатно. Итак, я посвящаю это тем женщинам, у которых действительно очень мало времени на себя. К сожалению, так не должно быть. Вот, Инстаграм помогает, конечно, в этом очень сильно. Я считаю, что на этой страничке можно найти много чего интересного по поводу здоровья и красоты. Далее, у многих из нас нет времени не то, чтобы научиться правильно краситься, но и накраситься, в принципе. Вот, но я сама заканчивала курсы мейкапа, но знаю массу ютуберов, у которых можно научиться этому не хуже, чем у профессиональных школах. Так что, друзья, вот так, когда я укладываю своих детей спать, я занимаюсь собой на просторах интернета. Это действительно классно. Я читаю своего любимого психолога, читаю ее ответы другим людям. Очень часто вопросы совпадают с какими-то моими вопросами, на которые бы я хотела получить ответ. Даже я сама лично писала и обращалась. Также я слежу за блогом одной девушки, которая помогает справиться с осанкой, чтобы мы не старели. Это, конечно, всегда напоминает. Несколько раз в день выкладывает сторис, что нужно поправить спину. Далее, по поводу мейкапа. Я выучилась с профессионалом один на один, но я думаю, что можно также получить эти советы у популярных ютуберов, которые пользуются популярностью на просторах интернета. Вот. Ну и, конечно же, спорт. Безусловно, я думаю, что можно накачать пресс, попу при помощи виртуального тренера, но нужно не забывать, что все-таки нельзя много есть. Точнее, нужно есть столько, чтобы тратили вы больше, чем вы потребляете. Вот. И я уже молчу о том, сколько книг онлайн по психологии, по красоте, по питанию можно найти в интернете. Для этого не нужно даже идти в магазин. Можно читать, слушать аудиокниги. И все это помогает нам оставаться красивыми, здоровыми и желанными. Так вот, дорогие девушки, я желаю вам всегда оставаться красивыми. И знайте, что иногда для этого не нужно много времени и даже много сил. Главное – это желание. Удачи!